Добрый день, дорогие друзья. Ну что, мы на рыбалке. Где-то пару-тройку часов уже на рыбалке. Саша где-то 2 или 3 карпика. У меня только таранька проклевывается, сам карасик и все. Ну, что-то я делаю не так. Надо будет по-другому что-то делать. Значит, ловим на кормушке, кормушке горох, на крючке горох. В общем, ветер северо-западный, очень-очень сильный. Или восточный. По-моему, восточный. Северо-восточный. Получается, бросали сначала близко. Вроде бы брался карпик, а сейчас далеко. И далеко берет карп. Залез в кусты, потому что ветер сильный. И очень боюсь, что будет шумно. Будет в камере много шума. Что еще? Значит, на червяка пока не ловим. Те, которые, люди были до нас, сказали, что ночью клевал подлещик и хороший лещ на червяка. Но это было ночью. Ночью будем ловить. А сейчас будем на горох ловить то, что ловится. Ну, вроде бы все. Все, друзья. Потом еще выйду в эфир.